Хотелось показать тоже хорошую игру, но, к сожалению, мы не очень готовы, наверное, были к такой интенсивной игре. Много ошибок допустили в нападении, и защиту провалили полностью. Конкретная установка перед началом игры именно об этом и была, что Краснодар, скорее всего, попробует, так сказать, смять нас с первых минут. И наша была задача остановить этот натиск. К сожалению, этого не получилось. Конечно, не все удалось в плане того, что должны были меньше пропустить. План вообще, задание было отстоять, убежать в отрывы, то есть не подстраиваться под игру Луча, в долгую, вязкую. Вот. Где-то местами мы справлялись хорошо, где-то все равно попадались вот именно под их игру, подстраивались сами. Вот, но, в принципе, победа, она в любом случае, это хороший результат, но где-то над какими-то моментами будем разбирать и работать. Ну, сказать, что полностью удовлетворен, это будет, наверное, неправдой. Просто, опять-таки, разница между основным составом и вторым, она, конечно, заметна. И по качеству игры, и по качеству настроя пока. Поэтому, ну, наверное, будем подтягивать их под основной состав. Ну, мы, конечно, довольны счетом, то, что у нас сложилась игра с таким отрывом. Вот. Но есть моменты, которые все равно надо дорабатывать и отрабатывать. И по защите, и по нападению.